Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Вот он. Новый банк. Только недавно его открыли. Мне очень нравятся здесь банкоматы. Они такие современные, здесь с сенсорным экраном. Когда я в Казани, каждую неделю прихожу вот к одному из них, не знаю какому, вот, ВТБ-24, и снимаю деньги с карточки. Вот так. Так выглядит карточка банковская, американская. Мне компания бесплатно прислала для того, чтобы я мог снимать с нее деньги в любом банкомате мира, где карты Visa принимают. Вот. И с нее будем с нее сейчас снимать. Так, выбираем язык русский. Вводим пин-код. Вот он пишет, лимит выдачи 7500 рублей. За раз. Придется несколько раз снимать деньги. Получение наличных, текущий, другую сумму. И вводим 7500 российских рублей. Ну-ка, продолжить. И там все. Ну, давай снимем. Звук шелеста денег. Поехала моя карточка. Сейчас выйдут деньги. Откуда? А вот они появились. Вот они. Повторю. Придется повторить нам процедуру, потому что денег у меня гораздо больше. Чек вышел на карточке. Неудобство такое, что банки ограничения ставят. Ведь русский язык. Пин-код. Лимит выдачи 7500 за операцию. Текущий. Другая сумма. Будем снимать 7500 еще раз. Квитанция. Карточка. Моя. Вот деньги. Деньги. Вот они, настоящие российские рубли. Так. Пока положу. А. Неудобно самому записывать видео. Сейчас. Секунду, уберу другую руку. Тогда куча в сумку сейчас положу. Так. И еще разок будем снимать. Это моя недельная зарплата. Еще там останется. Доллар растет. Каждый день. Пусть лежат на счету еще деньги. Опять вводим сумму 7500 рублей. Продолжить. Сейчас. Убираем карточку. Наши денежки. Положу их только в сумку. А чек? Вот и чек. Сейчас пойдем посмотрим. Вот они, три чека. Три чека. Вот они, деньги. Вот так вот.
на неделю зарплата за неделю. Ну, в общем, 22,5 тысячи. Тысячи здесь должно быть. К сожалению, пересчитать не могу, потому что одна рука всего свободна. Ну, вон стопочка. В общем, надеюсь, меня хорошо видно. Не привык я записывать через iPod видео. Вот я прихожу к банкомату каждую неделю и снимаю вот такие вот суммы. Когда чуть больше, когда чуть меньше. Ну, в среднем всегда такие суммы денег. Настоящие, живые, реальные. И компания еще ни на один день не задержала зарплату ни одному дистрибьютору. Так и полагается, с банковской карточки. Снимаем деньги. Я вам все показал. До встречи.